Всем привет, вы на канале Кайпал Паладинс. Я сейчас подвину микро ближе к себе. Это можно было, конечно, делать без записи, но, к сожалению, я слишком безответственный, как я понял. Ладно, мы будем играть на новом режиме, перестрелка с поддержкой. В чем суть режима? Суть режима в том, что здесь only хиллеры. То есть здесь нету ни танков, ни флангов, ни урона. И некоторые способности у хиллеров, которые, ну, исцеляют, у них они более, как бы, быстрее откатываются. То есть тут тыква 10 секунд. По факту в этом режиме будет, ну, секунд... Сколько? Ну, секунд 6, может быть. Ну, давайте посмотрим. С уменьшенной перезарядкой. Здесь не написано, сколько именно, но написано то, что перезарядка уменьшена. Как-то так. Давайте я вам покажу приблизительно, сколько ищется одна катка. Давайте, я, возможно, даже вырежу момент, если... Я, возможно, даже вырежу момент поиска матча, если катка слишком долго ищется. Вот, тут даже вышло... Вышел такой баннер. Лимитированный режим. В принципе, в него мы и поиграем. Кстати, довольно-таки неплохо выглядит, согласитесь. Мне нравится. Можно даже использовать его как в превью, если я увижу, найду эту картинку в Full HD, там, в хорошем качестве. Большую, само собой. Я не буду вот это вырезать. То я использую это как превьюшку. Катку нашло плюс-минус быстро. Буду играть я за Пипа. Скорее всего. Ну, нет, поиграй лучше за Лилит, потому что мне нужно сделать очень много фрагов за Лилит под ее ультой. Ну, как много, 8. Но это очень сложно. Я, наверное, буду сейчас дико нубить, но... Извините меня, в общем. То есть я мог бы взять Пипа, там, всех разносить, как я это делал недавно. В принципе, посмотрите мое прошлое видео. Это видео про Overwatch. Почему Overwatch на данный момент хуже Паладинса, именно первая часть. И вон там есть геймплей за Пипа на этом режиме. Там я, в принципе, неплохо играл. Это либо мне противники попали слабые, это либо я был в ударе. Кастомизация чемпионов. Так, у нас, в принципе, неплохой состав. Две Лилит, один Грок, Рэй и Малдемба. Я так понимаю, Малдемба будет оглушать и дамажить тыквой, ну и обычной тычкой. А оглушение идет через перезарядку. Рэй, ну, неплохой дамагер тоже. Из хиллеров это неплохой дамагер. Потом Грок тоже офигительный дамагер. Правда, левел такой мелкий. Но я думаю, он умеет за него играть. И две Лилит. Насчет Лилит я не знаю, что сказать. С одной стороны, ХП много. Однозначно очень много ХП. Почти как у танков. Давайте так рассуждать. Но я не уверен, что получится их сохранить. Потому что, посмотрите, вот сейчас у меня тут 3625 ХП. При использовании любого умения, кроме поцелуя, как он называется тут у нас, магия крови, расходуется кровь. Я буду качать боевой дух, потому что мне нужно играть через ульту. А, тут и врагов можно за нее целовать. Фига. Я за нее просто не так много играл. Блин, за Гровера я бы не хотел с ним пройти на такой дистанции. Блин, попади ты уже. Какой же я косой. Не-не. Я ужасно играю за этого персонажа. Я стреляю в спину уже секунд 10, наверное. Они такие поняли, что я стрелял. Вот сейчас поняли. Ну сейчас я его, наверное, убью. На изи. Да-да. Чего? Как ты живешь? Так, кто кого? А, АФК. Окей. Блин, надо было ульту активировать. Сейчас я не упущу. Не упущу этот момент. Ну, ну! Ну! Хорош. Последний. Блин, я не успею. Интересно, чужая ульта Лилит считается? Ну, то есть, когда чужая
ауты активированы. Так, давайте посмотрим. 15% ульты. Так, кто-то активировал ульты, давайте полноценный. Господи, уйди, косой! Мне так обидно промазывать. Особенно на видео. Ну ладно, это видео по-любому никто, я надеюсь, не увидит. Она не наберет 10 просмотров. Я надеюсь очень сильно. Если наберет. С одной стороны, это прекрасно, с другой стороны, это стыд. 9 на 4 играем, неплохо. Но я про счет команды, а не про свой собственный. Уже 10 на 4 тоже неплохо. Да. Но я чисто подсасываю, как вы видите. Я ничего здравого сделаю. Ой, господи, какое же я ничтожество. Мне так немного стыдно за свои реакции. Но я, правда, очень переживаю. Я не хочу играть за этого персонажа, я хочу все это задание сделать здесь, потому что Лилит мне абсолютно не нравится. Ой-ой-ой-ой. Живи, пожалуйста. Так, надо хилить. Почему бы не сделать бесконечный боезапас, как у Виллу во время ульты? Ну это реально тупо. Ой, господи. А, он как ПКшник. Окей. Да, не конец. Ворование жизни, наверное, возьму. Так, 15% ульты. Я прошлую ульту свою слил. Так, давай свой слой. Отлично. Мне как кажется, дистанция маленькая какого-то слоя. My suffering continues. Никого нет. А, вот он. Чисто на рандом стреляю и умудряюсь в кого-то попадать. В этом весь мой скилл. Давай он серьезно. Ладно, не буду ее догонять. Она не знает. Я походу умру. Да? Да. Двойственность 6% пути. Неплохая карта. Опа. Я не хочу ее брать, потому что... Хотя... 90% я не знаю, брать, не брать. Нужно сначала нынешнюю ульту полностью использовать. Хорош. Все, мне нужно идти брать ульту. Я взял. Отлично. Убиваем, убиваем. Блин, надо было в другой момент ее активировать, я никого не убил. Интересно, это сейчас мой тиммейт активировал ульту или вражеский? Так, где он? Отлично, победа. Давайте посмотрим, что там по заданию. Если я его не выполнил, я, наверное, сыграю еще одну катку. Я хз, только на видео играть, не на видео. Это сложный вопрос. На видео или не на видео. Так, давайте посмотрим по заданию, что там. Так, ну, кто здесь больше всего урон нанес? Ну, не я, к сожалению. Кто мне там пишет, блин? Сейчас я посмотрю. Так, испытание королевства. 3, еще 7. Сыграть на видос или не на видос? Наверное нет. Всем спасибо за просмотр.
вы были на канале Кайпал. Увидимся, наверное, когда-нибудь.